Туроператор компания «Тест-Тур» представляет «Дневники новой волны». Дорогие телезрители, вы вновь смотрите «Дневники новой волны» на ТВ5. Это означает, что мы вам покажем самые интересные моменты из жизни конкурсантов «Новой волны 2008». Их радости, их печаль, их победы, ну и, конечно, их интересные развлечения. Someone to hear your friend, someone to kiss. Несмотря на загруженность наших конкурсантов, они успевают также отдохнуть. Даже вот на таких забавных велосипедах. Ну что, будем смотреть, как они развлекаются, пока некоторые все же еще репетируют. Отдыхать в Мадриде и в Мальдивах очень прикольно. А из Южного, а где это юг? Дайте нам карту, да, сейчас. А я занималась в детстве спортивными бальными танцами. Ну и вот. Супер, что такое здесь? Мы же хотели. Александр, какое вы наслаждение получаете от этого мероприятия? Наверное, драйв, который и так всегда присутствует в нашей работе, потому что она, ну, она непредсказуема, она интересна, она требует сумасшедшего ритма. Все, я думаю, что все мы вот немножко сумасшедшие люди. Каждый человек релаксацию и отдых воспринимает по-своему. Для кого-то это волшебное путешествие, ну а для кого-то это просто отдых в парке. А нам важно узнать, что же означает отдых для наших конкурсантов. Поэтому международный туроператор «Тест-Тур» предлагает им небольшой конкурс. Условия конкурса просты. Конкурсанты должны будут изобразить эмоциями и жестами свои впечатления о последнем путешествии. А победитель получит великолепную путевку, поездку, которая вполне возможно запомнится конкурсанту на всю жизнь. Скажи, именно жестами или, может быть, мимикой, какая была самая твоя, наверное, такая большая эмоция после последнего путешествия? Вау! Это куда же ты так отправилась, расскажи? В Рим. Я отправилась в столицу мира, Рим. Когда я увидела Колизей, у меня было именно вот то, что я сейчас показала. Вау! Ох, ох, ох. Так, мы даже не будем стараться придумывать, куда же отправился молодой человек. Да, интересно. О, боже мой! Боже мой! Сколько ж мы вещей купили? Сколько? У вас перевес 15 килограмм. Сколько? Иногда ребятам приходится сложно прислушиваться к инструкциям. Ну а кто же сказал, что будет легко? Они справляются, но иногда, конечно, не слушаются режиссера. Вы все очень плохо выглядите. Просто принципиально плохо. Можно аплодировать. А дальше вы никто не понимаете, что вам нужно делать на сцене. Просто принципиально и все. Поэтому я вас с этим поздравляю, можете аплодировать в этот момент. А дальше все проблема. По натуре я рокер. Ну, сейчас я полею. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы, в общем-то,
достаточно профессионально с точки зрения ремесла. Вы достаточно точно все поете и интонируете, практически все, и это уже много. Rock on, rock on, rock on! Make me so confused. Критическим взглядом, как наши конкурсанты? У меня не критический взгляд. У меня вообще очень субъективный взгляд, потому что я с ними работаю уже долго. На первом этапе уже с ними познакомился, когда отбирал, собственно. Который уже час? Уже очень поздно. Мы все встали в 8 утра, и они уже все устали, но они знают, куда они приехали. Уже не могу быть объективным. И хотя критика есть, безусловно, но она уже такая... Вы знаете, здесь будет репетиция до ночи, чтобы вы не знали, что вы приехали отдыхать. Она касается больше таких ювелирных нюансов каких-то. Просто делимся опытом, иногда поддержим, служим валерьянкой такой. Масса, масса, огромная масса впечатлений. Мы настолько устали, что не заметили, что... пропустили время ужина. Так счастливы. Неужели мы идем? Мы же не боимся поправиться, потому что тут не поправишься. Да? Когда с утра и до вечера репетируешь, прыгаешь, скачешь. Конечно. Отдаешь все свои калории. Ну, честно говоря, такое ощущение, что мы здесь кушаем и репетируем. И ждем, когда там репетируют другие. Закончился еще один день репетиций «Новой волны». Все свободны. Ну, а мы, дорогие зрители, вас уже ждем завтра у телеэкранов, чтобы вам показать самые интересные моменты из-за кулисья наших конкурсантов. Понятно.